Всем привет! Вы на канале Дело Мастера Боится. В этом видео я покажу, как посадить газонную траву своими руками. Вот у нас есть небольшой участок на огороде, на котором мы решили сделать небольшую зону отдыха. В том месте будет заканчиваться газон и начинаться возле винограда. Земля уже очищена от сорняков, прокультивирована с помощью мотокультиватора. И спланировано граблями, чтобы не было бугров и ямок. Необходимо разбить все крупные комки и убрать мусор, который есть на территории. У меня вот кусок палки, который необходимо выбросить. Затем необходимо почву хорошо уплотнить. Для этого воспользуемся садовым катком. Но если у вас такого нет, возьмите обычную металлическую бочку, она тоже подойдет. В моем случае веса пустой бочки было недостаточно и остаются следы от ног, то есть земля потрамбована плохо. Поэтому в этом случае я возьму герметичную бочку, наполню ее водой до половины и прокатаю ей землю. После укатывания в этом месте стал виден бугор, необходимо его спланировать. Для лучшего выравнивания выкатываем газон по длине и по ширине. Лучшее время для посадки газона – это весна, примерно до начала мая. Пока нет большой засухи. Вот я выровнял и утрамбовал основную часть газона. Теперь возьму еще раз грабли и окончательно выровняю все ямки и бугры, чтобы все было идеально. Рыхлим землю примерно на 1-2 сантиметра и одновременно выравниваем все неровности, которые остались. И после этого можно приступать к посейке газона. Я использую траву для стадионов, она наиболее засухоустойчивая, и по ней можно бегать. Сеять эту траву будем из расчета 2 килограмма на полсотки. После этого траву прикроем землей с помощью граблей.
И после этого еще раз уплотняем почву с помощью бочки или катка. И после этого хорошо польем газон распыленной струей, чтобы не размыть семена. После этого газон необходимо поливать каждый день в течение 10 дней, пока она не достигнет высоты 10 сантиметров. После этого можно покосить. Вот, после посадки травы прошло 3 недели. Я ее поливал утром и вечером. И посмотрим, что же выросло. Вырос вот такой газон. Конечно, он не очень идеальный, потому что много бурьяна, который называется шпарыш. И он мешает росту травы. Вот видно, что высота травы уже около даже 15 сантиметров. Это значит, что нужно ее срочно косить. Для того, чтобы покосить газон ровно, необходимо воспользоваться мото- или электрокосой, которая на колесиках и имеет строгую регулировку высоты скоса травы. На электрокосе я выставлю максимальную длину травы, чтобы ее как можно меньше травмировать. Поэтому ножи, колесики установим в самое нижнее положение. Теперь высота подкоса травы будет примерно 6 сантиметров. Для того, чтобы как можно меньше травмировать корни травы, я воспользуюсь мягкими калошами, мягкой обувью. Она имеет широкую мягкую подошву, которая меньше травмирует корни на газоне. После скоса травы получается такой аккуратный газон, который после этого нужно будет полить. Вот видно, что трава очень мелко измельчается и подойдет для мульчирования почвы или для корма птиц. Куры очень охотно поедают зеленый корм. Я мульчирую помидоры для того, чтобы больше держалась влага под корнем и не рос бурьян. Вот такие получаются промульчированные грядки кустов помидор. Теперь здесь не будет расти никакой сорняк и будет дольше сохраняться влага, солнечные дни. Вот трава на газоне покошена. Видно, что остались следы от колес газонокосилки, но это не страшно, потому что трава снова поднимется
и будет расти еще с большей силой. После скашивания трава будет расти с новой силой, а рост сорняков будет замедлен, потому что срезана их основная листовая часть. И трава поднимется, задавит своей листвой сорняки, и они больше не будут подниматься. После скашивания газона его желательно обильно полить, чтобы он набрался влаги и принялся в рост. Вы были на канале Деломастера Боится, смотрели видео о том, как посеять и скосить первый раз газонную траву. Пишите свои замечания, комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, будьте с нами. Всем пока!